Кстати, Госдума приняла закон об отмене внутреннего роуминга в России. Соответствующее предложение на рассмотрение Нижней палаты федерального парламента было вынесено еще летом прошлого года. Согласно ему, абонент должен дополнительно оплачивать разговоры только с теми собеседниками, кто находится за пределами России. Как подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин, такое решение позволит людям сэкономить на звонках своим родным, близким и коллегами, проживающим в других регионах России. Закон должен вступить в силу с 1 июня будущего года.